Синоптик рассказал о скором приходе в столицу зимней погоды. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. ТАСС со ссылкой на гидрометцентр сообщает, что специалисты рассказали, когда в Москву придет зимняя погода. По словам исполняющего обязанности руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, с 12 декабря начнется похолодание. Уточняется, что в этот день в столице погода будет солнечной. Согласно прогнозам, во второй половине недели ночью температура будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов. На этом у меня все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online.